Здравствуйте, граждане и гражданочки! Снова опять я, Александр Тимошенко, и YouTube-канал Hard Muscles. Сегодня у меня объявление следующего порядка. Еще один участник добавился в список тех, кто будет соревноваться на Arnold Classic Огайо в марте 2020 года. Им стал Натан Де Аша, Великобритания, Ливерпуль. Пользуясь случаем, хочу сказать, что раз уж у вас есть картинка Evils Praga, что Evils Praga в этом году таки пройдет в сентябре месяце. Красивый, сбалансированный атлет. Ему 32 года, рост 1,78 м и соревновательный вес 109 килограммов. Его можно назвать новичком в профессиональной лиге EFBB. Он заработал свою прокарту в 2014 году, но начал соревноваться как профессионал в 2016. За это время он достиг приличных, я бы сказал, хороших результатов. Трижды участвовал в Олимпии, при этом последнюю Олимпию 2019 года из-за проблем с законодательством, из-за проблем с анаболическими стероидами был вынужден пропустить. Высшее место на Олимпии, седьмое в 2017 году. На Arnold Classic в Европе 5-е место в 2017 году. В Америке на Arnold Classic не соревновался. Выиграл Нью-Йорк Про в 2018 году. Калифорния Про также в 2018 году. Британское Гран-при в 2019 году. И выиграл Monster Zoom Про в 2019 году, Корея. Также в 2019 году трижды был близок к первому месту. Однако на Ванкувер Про уступил его Хадичу Пану. На Ямамото Про Кап уступил Рули Винклару. А на Фит-параде в Венгрии в октябре месяце Седрику Макмиллану. На мой взгляд, Натану необходимо еще накидать мясо. Тогда он будет великолепен. Плюс нужно править позирование. Будем смотреть, будем наблюдать за его выступлением в США. Я уверен, что он должен быть таки в первом сравнении. Подписывайтесь на канал Hard Muscle, ставьте лайки данному видео, комментируйте данное видео. Всегда на связи, всегда работаю для вас. Александр Тимошенко, портал hardmuscle.ru. До встречи в эфире!